Точность, ритмичность и плавность. Техники тули, они же бой с тенью, появились в тхэквондо намного раньше спаррингов. Если спортсмен продемонстрирует их знания, значит, он постиг основу боевого искусства. Корейская система самообороны в Самаре заручилась особой популярностью. В этом городском турнире участвуют более 200 спортсменов. Юноши 11-13, юниоры 14-15-16-17 лет и взрослые. Этот год, позапрошлый год мы стабильно занимаем 3-е общекомандное место по России. Игорь Ланцев в тхэквондо не по своей воле. В секцию еще дошкольником записала мама. Теперь же уговаривать его не нужно. Без тренировки не может провести и дня. Титул кандидата в мастера спорта уже получен. Дальше больше. В его послужном списке есть Кубок России и даже Кубок мира. На городских соревнованиях без наград не остался. Увозит домой серебро в техниках тули и золото городского чемпионата по спаррингу. На самом деле каждый бой сложный. Это нельзя недооценивать никакого своего противника. Нужно к своему противнику с достоинством относиться. Это в любом случае. Потому что ты можешь проиграть кому угодно. Даже если спортсмен мог прийти там первый раз на соревнования, ты можешь слишком возвысить себя и проиграть. Успехов в этом виде спорта достигают не только самарские юноши, но и девушки. Софья Егорова завоевала комплект из 2 медалей. Золото в спарринге и серебра в техниках тули. Тхэквондо – это, ну, как бы часть моей жизни, потому что я с 6 лет занимаюсь этим видом спорта и не собираюсь останавливаться. В этом спорте у меня цель одна уже достигнута – кандидат мастера спорта. Я хочу достигнуть, ну, хотя бы мастера спорта, я думаю, у меня это получится. Я вообще, так скажем, боец. По итогу последних в этом году чемпионата и первенства Самары победители и призеры получили медали и дипломы. Некоторые спортсмены выполнили спортивные разряды. Самый высокий из них – первый взрослый. Он дает право участия в областном чемпионате. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.